Сейчас мы делаем проверку температуры поверхности печи и ее безопасности. Вот нижний элемент пряжки. Обратите внимание, 40 градусов. Средний элемент прясла 43-42 градуса. Верхний элемент прясла около 90-85-90 градусов. Чем ближе, тем больше температура. Теперь мы делаем замер с камня. Жар большой идет. 300 градусов. Сейчас вот 305 градусов. Это вот непосредственно самое. То есть температура дымохода. Я прошу обратить внимание, 138-140 градусов температура наслойного дымохода на выходе.